За что задержан? Есть понимание? Есть. Пояснить сможете кратко? Нет. Что, не можете сказать, что делали 2 дня назад, что ли? Ну, по вашему мнению, за что задержан? За разбойное нападение. Туда дальше проходите, вам покажут место. Закрой. Вперед все. Не-не, сюда же садись. Конечно. Денис, сейчас человека закрою. Не-не, надо там еще один мужичок.